знаю, смогу ли потом выехать или нет. Вдруг там будет сигнал абсолютно остановки. Ну все, заехал уже. Да я подальше, говорю, уберу состав. Там контакт рельс кончается, смотри. Оно после красного кончается. Да? Можем сейчас... Погоди. Сейчас, короче, смотри, осадись обратно на платформу. Сейчас можем разогнаться, ну, соответственно, сейчас самый Баха и проехать туда дальше. А если там нет контактного рельса, как ты говоришь, как мы потом оттуда выезжать будем? Так мы разгонимся, и там потом он будет. Там участок без контактного рельса, который вот освещенный, потом снова рельс появится. Нам просто нужно место для разгона, поэтому гости назад осадимся. Да ладно, я так поеду, посмотрим, что будет дальше, если что, физганом оттащу. Там нету контактного рельса, я прилетел дальше, за светофором. А когда он начинается? Когда? Сейчас приезжаем. Если мы сейчас 20 километров сейчас разгонимся, нам не хватит. Нам надо полюбасу срывать пломбы. Да ладно, тогда здесь останемся, я перед светофором. Сейчас я посмотрю, как там сзади. Или на это на Ешке поехать нужно. В смысле на Ешке? Ну, у которого нет этого малого стресса. Понятно. Там за платформу заехал я. Ну, эту маневровую. Да, заслушал, по мне заехал. Все, окей. Чё ты там мигаешь? Да блин. Так, я все выключил. Мне интересно, если мы, ну, не в депо оставляем состав автомата, нужно выключать или нет? Если на линии оставляем. Ну, стой, то я точно знаю, что батарея. Если мы ночной отстой оставляем, то мы батарею выключаем и на ручной тормоз оставим его. Ну, это я сделал, а вот автоматы, которые нужно отключать сзади, их отключать сейчас или нет? А зачем, если у тебя батарея будет выключена? Тебе за 7 автоматов ни горячо, ни холодно. Понятно. Блять, да чё так фризит-то? Да блядь. Чё-то я не могу пройти в дверь, чё за хуйня? А, наверное, потому что... Он кривой стоит. Да-да.
Если изощриться, то тут можно пролезть аккуратно. На контроле. И боком. Понятно. Все. Что это такое? А, опять ачивка, что ли? Там стрелки назад верните, самое главное. Вернули. Я не знаю, как у вас, но у меня по-дикому что-то туда-сюда кидает, ну, сервак фризит. Есть. А, у вас тоже, да? Да. Я же тебе говорил, не особенно, когда в станцию вкатываешься. Ну, да, помню. Все вроде. Странно, конечно, потом, ну, то, что там дальше нет контактного рельса. Я вообще, когда в первый раз на этой карте летал, думал, что это будет дальше туда продолжение какое-то делать. Непонятно, нахуй вообще это сделали, да? Что именно? Вот этот, ну, вот перегон туда дальше. Ну, типа здесь оборотник, а дальше тупик. Ну так, блин, там очень долгий перемен. Там еще станция должна быть. Может быть. Мне кажется, что это когда это конечно, ну как слово зовут, станция вот не должна была быть конечной изначально, потому что видишь, что ты оборот в кривой, а я прекрасно понял рабочки, наверняка что в разрыв в кривой оборот это будет не очень удобно. Мне кажется, они планировали дальше я протяну. Я потом спрошу у разработчика. Мне самому интересно стало. Так нет, вы стрелку не вернули. Вернули? Нет, вон она. Край, на третий путь. На третий путь. А здесь? Все готово. А здесь? А здесь зачем? Если все на третий путь. Не, а как выезжать потом отсюда во мне, допустим? Сейчас по отклонению с прибывающего пути.